Царя Небесную, утешители души истинные, живи звезды и все исполняйся, души владыки жизни поради. Приедите, витяные, очисти, но всякие смертные, спаси блажу души наши, святые Богу, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наши, святые посети и исцеление души нашей, и ныне и присно. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный, да Thank you.
здесь Ищенко, настоятель Покровского храма, селе Покровка, благочин Октябрьского округа, Владивостокской епархии, награждается правом ношения на перстного креста золотого цвета. Аксиос! 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 Собора города Владивостока, настоятель прихода святого праведного Лазаря Ирий Михаил Тутаев награждается правом ношения наперстного креста золотого цвета. Аксиос! 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 Максим Довбенко награждается правом ношения на перстном креста золотого цвета. Аксиос! 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 Небесе Божий мир.
Thank you.
Шедшего на небеса и сидящего по престолу Отца, и поднимающего со славою судите живых и мертвых, и Божье царствие не будет Отца, и в Духа Святаго Господа животворящего, и же от Отца исходящего. Иже с Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголавшего пророки, воедино святую соборную и апостольскую церковь, исповедуя едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых, и жизни будущего века. Сердцом.
Отце нашем Кирилле, святейшем патриархе московском и всея Руси, о преосвященных митрополите, архиепископе и епископе, о всем священническим и иноческим чине, о богохранимей стране нашей, о властях и воинстве ея, о мире всего мира, о благостоянии святых Божиих церквей, о спасении и помощи с отчаянием и страхом Божиим труждающихся и служащих, о исцелении в немощих лежащих, о воскресении славе блаженной памяти и оставлении грехов, всех прежде почивших православных, о спасении людей предстоящих и во ежедневном помышлении. Небо врагом твоим тайны поем, не вам занят и дам дякую,
разбойник, исповедуйте в имя Господи во Царство Твоем. Да не в судре в осуждении будет не причиниться, ты придай, Господи, новое исцеление души и тела. Несколько дней назад состоялось заседание Священного
Синода Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, одним из решений которого стало решение о назначении меня правящим архиереем Донецкой епархии и о направлении сюда на Владивостокскую кафедру Преосвященного Владыки Павла, который ранее нес свое служение Киевской епархии, Кубанской митрополии. И сегодня здесь мы совершаем эту литургию, которая, по сути дела, является для меня прощальным богослужением здесь, во Владивостоке. И Владыке Павлу это первое богослужение, открывающее богослужение на Приморской земле. Поэтому, конечно же, многие-многие мысли приходят в голову, еще больше чувств переполняет сердце. И сегодня я могу сказать, прежде всего, слова благодарности. Благодарности Богу за то, что Он своим особым промыслом ведет Церковь Христову. И человек светский может подумать, что эти решения, которые принимаются в священноначале, это те решения, которые, может быть, исходят из какого-то расчета, когда есть какая-то, как иногда в светской жизни говорят, производственная необходимость. Но мы должны помнить, что Церковь Христова – это богочеловеческий организм, главой которой является Сам Христос Спаситель, именно Он ведет Свою Церковь. И через Святейшего Патриарха, через священноначале Господь заботится и промышляет о Своей Церкви. Сегодня, оглядываясь назад, можно сказать, что те почти 6 лет без малого, которые я провел здесь, на Приморской земле, они, с одной стороны, были связаны со многими сложностями, были наполнены трудами, совместными трудами вместе с нашими архипасторами, священнослужителями, монашествующими, мирянами, благотворителями, представителями власти. А с другой стороны, это те годы, которые, можно сказать, пролетели как дни. Вроде бы время тянется, иногда сложно, порой сложно не в моготу, а затем, оглядываясь назад, вместе с Иоанном Златоустом только остается сказать «Слава Богу за все!». Вот эта вот мысль центральной должна быть, наверное, для нас сегодня. Мысль благодарственная по отношению к Богу. Та мысль, которая заставляет Господа прославлять и славословить, а часто мы забываем это делать. Очень многое приходится просить, умолять Господа, обращаться к Нему раз за разом в своих молитвах, призывать помощь Пресвятую Богородицу, призывать святых угодников Божьих, как наших ходатаев пред Господом. Но мы должны не благодарить Господа, быть Ему благодарными за все то, что происходит в нашей жизни. Ибо, как я уже сказал ранее, Господь своим промыслом не только ведет свою Церковь по этим бурным волнам житейского моря, но и промышляет о целых народах, о людях, о каждом из нас Господь заботится, потому что каждый из нас является Его чадом. Человек – венец творения, и Господь проводит через различные обстоятельства человека лишь для того, чтобы он нравственно совершенствовался здесь на земле, приходил к общению с Господом, соединялся с Ним здесь уже в этой жизни, чтобы затем пребывать с Господом в жизни вечной. Вы знаете, об этом я достаточно часто говорил в своих обращениях, в своих проповедях и повторюсь, сказав об этом и сегодня. Позади годы, которые, слава Богу, увенчались завершением строительства нашего кафедрального собора, освящение, которое произошло чуть меньше месяца назад, это была основная задача меня, окружающего архиерея епархии и всех тех чад церковных, которые трудились под моим амофором в эти годы. Это плод трудов и попечений наших благотворителей при участии власти. И слава Богу, что нам удалось это сделать. Оглядываясь назад, могу сказать, что когда я 6 лет назад вошел под эти своды, когда здесь можно было увидеть небо, когда не было дверей, не было окон,
не было коммуникации, то, конечно же, с одной стороны, масштаб того, что нужно сделать, он поражал. С другой стороны, в какой-то степени, может быть, даже иногда опускались руки. Не было понимания, как можно завершить такой грандиозный церковный проект. А годы его завершения выпали на период бушевавшей ковидной инфекции, затем на непростые времена, когда Россия участвует в специальной военной операции. Но Господь послал все необходимое, и с Божьей помощью удалось завершить строительство и благоукрашение собора, который теперь украшает центр города, является архитектурной доминантой и свидетельствует о красоте и силе веры Христовой не только нам, жителям Святой Руси, но и тем иностранным гостям, которые посещают наш город. Теперь по благословению священачалия мне предстоит отправиться в Донецкую Народную Республику, чтобы там возглавить Донецкую епархию, славную своим историческим православным наследием, украшенную многими храмами, монастырями, священнослужителями, подвижниками благочестия прежде всего. Но все мы знаем о тех событиях, которые происходят на рубежах нашего Отечества, поэтому понимаю, я даю себе отчет в том, что это служение будет сложным и непростым, поэтому призываю всех вас молиться обо мне грешным, не забывать своих молитвах. У всех вас прошу вот этой вот молитвенной поддержки, участия в моей жизни, потому что Господь сказал, что там, где двое или трое соберутся во имя мое, там и я посреди них буду. Поэтому много может молитва праведника, много может молитва церковная. Все мы молились, в том числе, за каждую божественную литургию, о том, чтобы Господь помог нам завершить строительство собора. И сегодня мы можем здесь совершать богослужение, и его красота радует многих. Вот это вот еще раз напоминание нам о том, что Господь слышит нашу молитву, что Бог есть любовь, Он желает нам только блага. Он любит каждого из нас и, значит, заботится и впредь будет вести по жизни каждого человека, тем более обращающегося к Нему в своих молитвах. Я хотел бы попросить сегодня прощения у всех вас, кого, может быть, чем-то обидел, может быть, что-то сказал резкое, как-то неправильно поступил, может быть, не уделил кому-то должного внимания. За все это у вас прошу прощения в вашем лице у всей Владивостокской паствы. Простите меня, благословите путь и помолитесь обо мне грешным. Бог тебе хотел собрать священнейшие молитвы и помолиться. Хотел бы, дорогие мои, сказать несколько слов и о нашем новом правящем архиерее Владыке Павле. Мы сегодня с Владыкой вместе приехали в собор. И я думаю, та молитва совместная, которую сегодня мы совершили, она будет, Владыка, вам помогать в вашем служении на Приморской земле. Сегодня вы видите здесь и Владыку Николая, представителя нашей митрополии Приморской, пока еще называю нашей, пока я с вами еще не могу, глядя на вас, отделаться от этого слова. Я думаю, что, Владыка, вы справитесь, Господь вам поможет, наши священники будут вашими помощниками, власть придержащая будут слышать ваши обращения, уверен идти вам навстречу, помогать реализовывать какие-то совместные проекты на благо жителей Владивостока и сцены Приморского края. Поэтому, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас прошу, Владыку Павла, любить и жаловать, помогать ему в несении креста и пастырского служения. Вы знаете, что я неоднократно говорил, что один в поле не воин, будь то человек обличенный церковной властью, светский, человек, наделенный талантами, благими от Бога, все равно нужны помощники, соработники, самолитвенники, и, надеюсь, вы такими будете, и будете с Владыкой Павлом дальше созидать церковную жизнь на Приморской земле. Дорогой Владыка, я желаю вам помощи Божией, всяческих успехов, крепости сил духовных и телесных, крепкого здоровья, радости о Господе. Пусть служение ваше на Приморской земле
вас радует, воодушевляет, и Господь пусть благословит все ваши пути церковного служения здесь, во Владивостоке, в целом, в Приморском крае. И хотел бы, Владыка, по традиции передать вам святую Панагию, которая принадлежала тогда еще архиепископу Евсевию Владивостокскому, который нес свое служение в начале 20-го столетия, по сути дела является, можно сказать, отчасти исповедником, потому что он, отбыв Москву на собор 17-18 годов, уже не смог в силу революционных событий вернуться к своему служению в Приморье и скончался, уже был чекунгизм и похоронен в Новодевичьем монастыре в Москве. Вот эта святая Панагия с дарственной надписью от любящих прихожан, ему подаренной в 13-м году, слава Богу, сохранилась. Особым промыслом Божиим попала сюда, в Приморье. В свое время владыка Вениамин, наш старец, который находится на покое, который в силу болезни сегодня не смог с нами разделить эту радость церковного торжества, хотя очень хотел, он ее передал, и по его просьбе я сегодня и уже по сложившейся традиции передаю ее вам с пожеланием, чтобы Матерь Божия помогала вам в вашем архипасторском делании и хранила вас под своим материнским амофором. Примите, дорогой владыка. Владыке Павлу много и благая лето. Для того, чтобы исполнить послушание всего данного дела, для монастыря.
хотел бы от души поблагодарить и Константина Владимировича Шестакова, главу нашего города, и все представители правительства Приморского края, губернатора края Олега Николаевича Кудымяка, не только за совместные труды, но и за высокую оценку моих, наверное, все-таки скромных трудов в городе Владивостоке, в Приморье. Мне, конечно, приятно получать эти награды. Спасибо за это. Но я думаю, что те труды совместные, которые должны и далее совершаться, как сказал Константин Владимирович в своем слове, надеюсь, что будут увенчаны и награды от Господа, и награды на небеса. Поэтому еще раз от души сердечно благодарю и вас, и всех вас, дорогие отцы, братья и сестры. Мне хотелось бы в завершении нашего богослужения удостоить епархиальные медали Владивостокской епархии тех мучеников, кто потрудился над благоукрашением собора, кто являлся моими помощниками многие годы, ну и также других знаков внимания епархиальных удостоить наших священнослужителей и мирян. Во внимание к усердным трудам на благо Владивостокской епархии Русской Православной Церкви игумен Климент Кривоносов награждается медалью за церковные заслуги перед Владивостокской епархией первой степени. Аксиос! 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 Аксия!
иерархии первой степени. Аксия! Аксия!
Спасибо, Господи. Его, благодарим Господа. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе. Господи, вас тоже. Спасибо. Ничего себе, спасибо, Аня. Как живой. Благодарю, замечательно. Спасибо. Спасибо. Ух ты! Прихожанки, какие портреты. Похож, похож. Замечательные. Произведение искусства. Спасибо. И за добрые пожелания, и за память. Замечательный портрет. Преображенский на заднем фоне. Да, точно. Спасибо, Господи. Спасибо, спасибо. Господи, молодец. Но воспоминания в Приморском крае. Спасибо, спасибо. Замечательный очек. Спасибо, Господи. Вставай бояться. Спасибо, спасибо. Спасибо. Ну вот не получилось, да. Я тоже думал, что скоро будем праздновать, но не успели чуть-чуть. Спасибо большое. Благословение. Молитесь за нас, как вы говорите. Спасибо, Господи. Самое главное. Обязательно, что там такой труд вот сейчас. Милости Божьего большого. Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи. Столько людей, столько людей. Я там учился в академии. Так, чада, церковная. Спасибо, Господи. Диакон съесть, пожалуй. Спасибо.
прихожане не отпускают. Храни вас все Господь, братья и сестры, общее благословение вам. Всех уже благословил, храни Господь всех вас. Спасибо. Сбегу меня, молодые дети. Спасибо, Господи. Спасибо. Давайте. Спаси Господи вас. Храни вас все Господь, дорогие братья и сестры. Еще раз с праздником, еще раз прошу ваших святых молитв. Обязательно. Вам всего самого доброго. Спасибо, Господи, вас. На всех путях вашей жизни.